Новое видео выходит каждый день в 20:00. Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Данил Геррера, и сегодня мы посмотрим на очередной блядский высер самп-индустрии. Сервер называется Arizona Roleplay Handler. Хандлер называется, вы представьте, дебилы эти. У них, представляете, 7 серверов открыто, и представляете, на каждом сервере по 1000 человек играет. Ну давайте же посмотрим, какие есть плюсы у данного сервера. Их, кстати, нету, но тем не менее. Давайте введем мой любимый пароль на данном сервере. Так, выберем мой пол, к сожалению, я не могу, ну ладно. Так, я, конечно же, светлый. И тут самое главное, Данил Геррера рекомендует нажать «От друзей» и тут вписать вот данный вот никнейм, потому что если я, Данил Геррера, докачаюсь до 3-го левела на Arizona Roleplay Chandler, введя вот этот вот ник при регистрации, то мне дадут 150 тысяч долларов по достижению 3-го левела. Вообще, что я вам, блядь, объясняю? IP в описании. В общем, заходим на данный блядский высер самп-индустрии, и мы сразу можем увидеть, что тут скины бомжей. Скины бомжей! Вы представляете, насколько у разработчиков данного вот сервера отсутствует фантазия? Вы прикиньте, прикиньте, а? Скины бомжей! Неважно, в общем, выбираем скин, и сразу мы можем видеть, что у разработчиков данного сервера вообще фантазия отсутствует. Нет, ну вы посмотрите, такое сделать, это дебилом быть надо. В общем, тут у нас есть какой-то Джереми, это неважно. Мы, в общем-то, сразу же пойдем работу какую-нибудь. Я не знаю, какие тут есть работы, но какие тут могут быть работы по-вашему? Говно, наверное. В общем, прибегаем, устраиваемся на данную работу. Так, переодеваемся. И где, блядь, пикапы? Это что такое? Ну, БРП, понятно, все. Ой, игроки вообще, ашоты. Ашоты, игроки, туп. Где пикапы? Вот вы мне куда бежать тут вообще надо? Непонятно ничего. Ой, донат машина. Вообще, блядь, разработчики сервера о игроках не заботятся. Донат машина. Вот пикап. Да, это чё? Это мышкой что-то нажимать надо? Да я ж инвалид. Я не смогу. Ой. Нифига себе. А я чё, сразу взять не могу? Понятно. Ну, БРП. Я понял. Я понял. Ладно, ладно. Приносим один мешок. И давайте посмотрим, сколько нам дадут за это денег. Переодеваемся, значит. Вот. 150 долларов. Вы представьте, вы, наверное, уже можете сделать вывод, какая экономика на данном сервере. Вообще, сервак говно, никому тут не советую играть. Полнейшее дерьмо вообще. Данил, тут за твое неподкупное мнение 200 рублей предлагают, что скажешь? Сколько? 200 рублей? Да за такие деньжищи я мать продам и в жопу дам, вы чё, дайте 2. Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Данил Геррера, и сегодня у нас будут плюсы и минусы Arizona Roleplay Chandler. Это вообще лучший сервер в самп-индустрии, вот все плюсы, а минусов у данного проекта вообще нету. А если при регистрации ввести в поле пригласившего никнейм Данте Коннор, то можно получить 150 тысяч по достижению 3-го левела. Это же святейшие люди, как о них вообще можно плохо говорить? Вообще все, кто плохо о Аризоне говорят, они вообще дебилы тупые, вот так вот им и пишите. Вообще, то есть за время моего прошлого обзора прошло достаточно много времени, секунд 5, вот, и сервак на самом деле, я вам хочу сказать, поменялся только в лучшую сторону. Я вот пересмотрел свои взгляды, наверное, скоро переобзор будет. В общем, всем спасибо за просмотр данного видеоролика, с вами был Данил Геррера.